Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка-Крошка, Венера, Кирилл Геймер и Тучка, Уга-Буга, Джози, Гусанек, пацаны, поздравайтесь. Всем салам алейкум, братья. Здравствуйте. Мы скачали классных Хаги-Ваги. Это самые последние моды, которые добавили, вышли они сегодня. Если тебе кушать, приятного аппетита, а у нас выживание в большом лабиринте. Пацаны, убегайте, потому что сейчас я им буду включать искусственный интеллект. Кто первый умрет, тот самый классный игрок Гаррис Мода. Дима, не умирай. Я не буду убирать. Ого, они пошли. Ребята, я прописал команду специально. Теперь они могут очень классно ориентироваться по этому лабиринту. Из бортиков? Они не могут... Могут с бортиков! Могут! Я думал, не могут. Так он встал, блин, и стоял. Дима лох. А я же сказал, что он самый классный игрок. Я же специально это сказал. Я самый классный игрок. Ребята, классно придумать своего правила. И потом, типа, делать самым крутым. А вот сейчас кто умрет, тот лох. Эй, кто умер? Умирай, Дима. Я не буду умирать. А давай. Нет. Вот побежала башка, которая может скидывать с бортиков. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. И залетайте в наш Discord Telegram, а в Телеграме еще проходит розыгрыш Гаррис Мода. Кстати, результаты завтра, да, или послезавтра будут. Так что вы успеете еще поучаствовать. Короче, я успею, да? Смотрите, резко. Отлично. О, давай, он привел их за... Ой, я и веду к вам, пацаны, вы сейчас все умрете. Ой. Да стой, ты что, дурак? Отойди, Дурабелла! Ты конченый, я тебе говорю, ты голимый! Ребята, видите? Видите, с кем я играю? А вот так ты, хорошо, ребята. Вот это ты зря мне подписал. Блин, да вы так не договаривались, Максим. А что? Он, короче, заблокировал мне вход, и чтоб меня убили. Понимаете? Я не мог ни вперед, ни назад, никуда двигаться не мог. Хорошо, Дим, больше такого не будет, честно, пионерское. А я сейчас тебе физ... Думаю, что я не забуду этого никогда. Теперь мне будет сниться, как я тебе мстю за это. О! Убейте его, пожалуйста. Так, где мой физган? Стоять! Нет! Стоять! Ты что думаешь? А где они? А там они в вышке, там в вышке они. Есть! Отлично, Максим! Ты умрешь, ты будешь умирать всю серию теперь. Пожалуйста, пожалуйста, не убивайте. Блин, я слышу, как они топают по всей карте. За мной розовое это говно летит. Не говори так на розовое говно, говно, ну пожалуйста. Оно черное. Блин, они прям рядом топают, я так боюсь. А! Блин, это мне теперь будет сниться два раза подряд. Снится в кошмарах. Это точно. Хаги-ваги вообще именно жестко мочат. Они еще резко хватают. Кстати, вы заметили, что они более адекватно теперь бегают и не застреют нигде? Ага. Потому что те разы они застревали сильно прям. Гусанек, Гусанек, ты чего? Только вспомнил про Гусанек. В конце ролика мы обязательно будем подсчитывать голоса. Ой. О! Ну раз так. Это нечестно. Честно, Максим, честно. Ну все, Максим, давай я теперь не убиваю, и ты меня не убиваешь. Все по-честному. Хорошо, честно, пионер. Раз ты меня, раз, два раза я тебя. Ой, один раз я тебя. Максим и Кирилл, два читера. О. Димас, я себе вначале два раза килл прописал, один раз меня убили. Ну все, мы их будем тоже учитывать. Эй. Обязательно. Конечно, я хочу выиграть в этот раз. Ты что думаешь, ты единственный, кто хочет выиграть? Бегут на вышку, бегут. Нема их никого. Так они... Топчет, ты какая-то слониха розовая. А что ты на нее розовая слониха говоришь? Бегемотиха, значит. Я вижу, как он гонится. Давайте типа сверху понаблюдаем. Смотри, 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 гонится за чуваком. Бегите, мужики, бегите! Ё-моё, это кто здесь? Это Максим был, по-любому. Это не я. А кто это? Гусанёк. Гусанёк. Нет, это не я. А вы чё? Вы чё зеваете? Ну нет! А чё? Зачем вы это сделали? Ребята, видите, какие у меня классные друзья? Вот так, я к ним со всей душой. А они... Что? Ой. А это я отомстил. Венера это, кстати, был, да. Меня Максим скинул. Ну, пацаны, зачем вы реально мне скинули? Я же к вам нормально относюсь. Блин, стрельня классно, хочется просто ржать постоянно. Дим, ты к ним нормально относишься, а они к тебе нет. Вот, видишь, как надо теперь, ребята, фильтровать друзей. Возьмем отсюда, я умер. Вот так в любой момент ты можешь стоять на пропасть, а тебя возьмут и посрочем скинут к монстрам. Так, подожди, я знаю, кто это был. Кто заиграет за Бакс Банни? Это он был. Я, это не я, нет. Это был ты.
Я его скинул. Он меня скинул. Я еще скажу, что этот, это не каждый знает из подписчиков, что это оружие может скидывать с Left 4 Dead. А это знает Максим, это Максим был. Нет! Да ё-моё, что, господи, я дергаюсь. Ребята, это я еще мало штук поставил. О, я сейчас, короче, поудаляю и поставлю их очень много. Вы готовы? Ты меня спас. Дима. Да. Ты прям передо мной хаги-ваги удалил. Я знаю, потому что сейчас вы будете все умирать. Максим, мышь. Сейчас они дойдут, подождите, сейчас они будут все тут. Стадо просто. Там толпа идет, да, пацаны? О, и тучка. Да он прям ко мне пришел этот. О, мы сейчас поставим еще реалистичный урон от падения. Вы что думаете? Это все просто так? Вот, все, теперь вы не сможете спрыгивать. Потому что я хочу выиграть в этой серии. Не хочу много раз умирать. Понимаете? В итоге ты умрешь в большой раз. Нет. Да. Нет. Да. А, я меня раскинул. Так, сейчас. Да, Максим. Короче, надо и тучку убивать, когда я буду сейчас его видеть постоянно. Нет. Да, потому что да, ты говоришь себя, правду. Себя убей. Так, гусанек. И гусанек мне не вроде. Нет, хотя гусанек мне мог скинуть. Нет. Это дурак! Да ну пацаны, ну не убивайтесь! Давайте будем наблюдать! Дурак. Вот что скинул! Вот! Кирилл Геймер! Вот кто это был! Они все тут... Стоять! 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 Ребята, мы сейчас его пожертвуем, на! Ой. Нет, это... Я спас тебя, Дима! Вот так значит! Ага! Летать нельзя! Ты чё лета... Ребята, тут летает один игрок! А стоять! Стоять! Ты что думай? Все, ребята, я несу вам вкусную еду! Дим! Да. Он читер. Да блин, вы хотели Кирилл выживать Кирилл в одной команде. Получается, что вы делаете так, что мне теперь приходится всех убивать бесконечно. Они не позволяют этого делать. Вот. Дим, он рядом. Их так много. Ай, блин, у меня аж подлагивает немножко. Тихо. Надо очень... Я упал! Нет, я успею. Ребята, вот теперь сафари. Смогу я выжить или нет? Меня поймали. Так, сюда, быстрее. Блин, они со всех сторон, я слышу, как они топают и хотят меня убить. Но у них ничего не получится, потому что я лучший игрок Гаррис Мода. Лучший какой? Я оговорился специально. Ой, они пропали. А! Нет, помогите, спасите! Ой. Нет. А! Нет! Меня съели, блин, да так напрягаюсь, когда они топают со всех сторон. Кстати, вообще по звуку непонятно конкретно, где он находится. Ого, к нам пришло. Что там, нормально, пацаны? 7 штук пришло. Но я их штук 10 поставил всего-навсего. Они... Ну, Джози. Я к вам веду их. Так что готовьтесь. Кому? Вам. Ну нет, я ее боюсь, эту морду. Пластилином. Блин. Санёк. Она вроде не пластилиновая, а пластиковая. Нормально, будет пластилиновая. Так, пошли со мной, Венера, я тебе покажу, как идти надо. Погнали. Это секрет. Кстати, знает не каждый человек, как правильно здесь в лабиринте добегать быстро до вышки. Только я. О, Дима, тебя сейчас поймают. Нет. Ну, это жопа венерская. Блин, венгерская. Рентгенская. Новое блюдо? Венгерская жопа. Ух ты, тварь какая! Вы видели, какой Максим друг? Хорошо. Нет. А, Максим ожист оказал. Ребята, видите как? Стоять! Ну, Дима. Так, ребята, сейчас я поставлю других монстров. Потому что мы хотим потестить, какие же все-таки лучше. Пока ждите на первом месте. Ой. Че, никого не убила еще? Не меня, пожалуйста, мужики. Дима, а эти хватают с бортика? Нет, эти не хватают. Нет! Такая шкатулка стрёмная на самом деле. Они, кстати, идут, я слышу, как они топотят. А ты где, Дим? Я иду тебя убивать физганом, буду сейчас тебя держать, и чтобы они тебя ели. Блин, тоже реалистично. А зачем ты вообще меня взял и скинул? Ну, так сделал со мной, поступил некрасиво. Да! По приколу. Так тебе и надо. Крыса! Сзади! Сзади! Бегут! Толпа бежит целая за мной! Вот это жесть! Просто очково!
Тихо. Так, ребята, приближаюсь к вышке, но я не знаю теперь, как туда заходить, там предатели стоят. Мы умерли уже. А, все отлично. Съели кого-то. Нет! Я же бежал. Тихо, стой, стой, стой. Они, кстати, да, не умеют же прыгать, поэтому никак не могут нас достать. Все, мы выжили. Сейчас я вам их. Ладно, голимые эти монстры, давайте сейчас других еще поставим. Мы хотим в этом ролике от всех пострадать. Так, у нас еще есть чаптер 2. Вот это вообще мощная! Да блин. Так ты ее уже смотрел. Не, это с другой части. Она по-другому, она быстрее, чем там. А разборчик. Ты что сделал? Да я чуть-чуть поставил. Ну на вышку зачем ставил? Я не ставил на вышку их. Ладно, ставил. Все, Максим, давай вместе выживать. Так, надо Максима как-то убить. В смысле, мы же дружим. А, да, я же вспомнил. Нет! Нет! Бегите быстрее! Бегите, гусанёк! О, давай попробуем как-то их скинуть обманом. Надо вот тут встать, надо вот тут. Да, давай. И резко отойти, да? Нет, просто на входе стоять, они сами выпрыгивали. Не падало. Ты меня обманул, Максим! Ты меня обманул! А почему она не спрыгнула? Ну она передумала. Ой, а то я этот уничтожаю их. А они разве уничтожают? Вот, видишь, я уничтожаю их. Ну просто уходи, хорошо? Во, убил! Убил? Меня убил. А, не того? Не того. Ты зачем уничтожаешь? Во, видишь? Вижу. Помочь, Дим? А блин, я хочу их всех убить, этих морды. У нас это топ-что-то. Красиво, но ни о чем, все равно не хватает чего-то. Может они бессмертные? Может быть. Кстати, ребята, они, наверное, бессмертные. Давай проверим. Да, они не умирают. Ё-моё. Где мой админский пистолет? Все, пацаны, зачисточка. Да блин, ну пацаны, ну мы же будем очки подсчитывать. Я должен выиграть. Я бомбу случайно нашел. Блин, а дети, блин, а вот еще есть. А, не, бессмертные. Не, админским пистолетом, кстати, убиваются. Но видно, бомб надо очень много на них скинуть. Скорее всего, вот так вот. Ну, это слабая бомба. Зачистка идет полным ходом. Я умер всего-навсего 15 раз. А больше всех умер Уга-Буга. А первое место занял и Тучка. Я вообще всю игру не видел. А где он был реально? Я потому что к башне не шел, самое пекло к вам. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока.